Все больше жителей республики открывают свой бизнес, пользуясь предложениями фонда микрофинансирования. Правительство понизило ставку на займы для всех сфер деятельности до 3% годовых. Такая мера, говорят специалисты, стимулирует местных предпринимателей, а самим заемщикам стало гораздо легче и удобнее возвращать полученную сумму. О своей студии танцев Маргарита Игольникова мечтала всегда. Девушка окончила колледж искусств имени Гергиева и Московский государственный институт культуры. После решила вернуться на родину и реализовать себя не только как хореограф, но и предприниматель. Мы открылись ровно 2 года назад, и когда пришло время открывать студию, потребовались некоторые средства для создания ремонта и благоустройства наших залов. Пришлось прибегнуть к фонду микрофинансирования, который дал нам возможность продолжить нашу деятельность. На полученные деньги Маргарита сделала ремонт и закупила все необходимое для занятий оборудование. Зеркала, станок, мечи. Здесь самые разные направления. Балет, современные кавказские танцы, фитнес, йога, стрейчинг и гимнастика. В новой студии с удовольствием занимаются взрослые и дети. В планах у Маргариты открыть еще один зал. Занимаюсь смыслом своей жизни. Для меня это очень ценно. То есть возможность реализовать свою мечту была для меня основной целью в жизни. А Суслан Сахилов нашел себя в сельском хозяйстве. Мужчина решил заняться разведением уток французской породы мулард. Он привозит их специально из Ставропольского края. О фонде микрофинансирования предприниматель узнал от друзей. Взяли 500 тысяч. И условия именно вот в пределах этой суммы на самозанятого, они были самые комфортные. Комфортные как по нагрузке процентные, так и по самому процессу получения. Мясо этих пернатых полностью диетическое, а печень часто используется для приготовления знаменитого блюда фуа-гра. Из-за того, что птицы пугливы, они требуют особого ухода. Специально для их комфорта предприниматель полностью благоустроил территорию. Теперь там есть за прудом, где только проточная вода, а также кормушки. Плюс отдельное помещение для зимнего периода. Кормят утят лишь отборными комбикормами, без вредных химикатов. На это тоже уходит большая часть денежных средств. Вот вы видите такие кормушки. Они всегда находятся в подвесном состоянии. Когда утка здесь, на сетке, они спускаются к ним, они едят, питаются, потом они снова поднимаются. Всего на открытие бизнеса ушло больше 1 000 000 рублей. Пришлось вложить и свои средства. Сейчас на содержании около 500 уток. В планах расширять проект. Такие возможности дает фонд микрофинансирования. Правительство понизило ставку на займы для всех сфер. Теперь она составляет 3% годовых. Такая мера – хороший мотиватор для предпринимателей. Наблюдается рост заемщиков потенциальных. То есть люди обращаются к нам, а привлекательная процентная ставка дополнительно стимулирует их привлекать средства в виде микрозаймов от фонда микрофинансирования. На сегодняшний день приоритетными направлениями видов экономической деятельности считаются сельское хозяйство, производство, туризм местный, а также социальное предпринимательство. На их развитие можно получить максимум 5 миллионов рублей. Для всех остальных отраслей – 3 миллиона. В обоих случаях сумма выдается сроком на 3 года. Схема очень проста. А вот разобраться с подачей и заполнением необходимых документов поможет специальный куратор. К нему можно обратиться в любой момент и задать интересующие вопросы. Есть требования, выдвигаемые фондом микрофинансирования. Если предприниматель соответствует этим требованиям, он получает этот займ. В дальнейшем предприниматель должен предоставить нам первичную документацию о целевом использовании и расходовании этих средств. Изменить свою жизнь, воспользовавшись этим предложением, уже смогли десятки людей. Анна Голобаева, Игорь Войцеховский, Заур Кодзаев, Новости Осетии.